Чтобы в Курске провести фестиваль науки под эгидой президента России Дмитрия Медведева, студентам и преподавателям Юго-Западного государственного университета пришлось немало потрудиться и поучаствовать в различных мероприятиях на базе МГУ. Курян заметили, оценили старания и записали в десятку лучших вузов страны. И доверили провести мероприятие всероссийского уровня. Мы хотим показать инновационные разработки нашего региона. С нами участвуют практически все наши университеты, сельхозакадемия и Курский государственный медицинский университет, и филиал Всероссийского заочно-финансового университета, ну и практически очень много университетов. В работе региональной площадки фестиваля науки приняли участие учреждения высшего профессионального образования Курска, ведущие предприятия региона, комитет образования, общественная палата области. Гости смогли побывать на выставке изобретений, познакомиться с возможностями научного оборудования, а также встретиться с ведущими учеными России. Плюс ко всему, каждый факультет ЮСГУ знакомил посетителей с тематическими программами, устраивал открытые лекции, интерактивные выставки, конкурсы, викторины, деловые игры. И все для того, чтобы привлечь в стены вуза будущих студентов. Я представляю факультет экономики, а специальность бухгалтерский учет и аудит. То есть я выступаю от нее. Это очень хорошая специальность, которая находится вне времени. Она будет всегда востребована. Шикарная кафедра, симпатичные девушки. На фестивале науки Юго-Западный университет представил 3 малых инновационных предприятия, которые представляют разработки, которые внедрены уже в серию и начинают выпуск для России в целом. Вслед за фестивалем науки в ЮСГУ открылась международная конференция под названием «Биосфера. Совместимые технологии в развитии регионов». Ее главный участник – вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук. После приветственных слов вместе с ректором вуза они направились в областную администрацию, где подписали 3-стороннее соглашение о сотрудничестве между правительством губернии, академией и Юго-Западным университетом. В тесной связке стороны обязались помочь внедрить на территории губернии беспрецедентный проект, который поможет сделать Курск экологически чистым городом. В зависимости от того, насколько среда загрязнена, насколько это негативно влияет на здоровье человека, насколько техносферы давят на природу, то можно в соответствии с теми представлениями, которые у нас есть, можно составить баланс, можно посмотреть, что именно влияет, и постараться это убрать различными методами, начиная и главным образом это инновационные всякие методы, приемы, системы, которые могут исправить ситуацию. Председатель правительства Курской области крайне заинтересован в запуске подобного проекта на территории региона. Александр Зубарев пообещал оказывать всяческую поддержку.